Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусные малосольные помидоры. Полный перечень и точное количество используемых ингредиентов будет указано в конце видео. Приятного просмотра! Берем 5 спелых, но твердых, не очень крупных помидоров. И разрезаем их крест-накрест острым ножом так, чтобы дольки томатов хорошо раскрывались, но держались вместе. Такую процедуру повторяем со всеми помидорами. Затем пучок свежего укропа рубим ножом как можно мельче. Перекладываем его в миску. Выдавливаем туда одну головку чеснока. Добавляем 2 чайных ложки соли, 1 чайную ложку черного молотого перца, 1 чайную ложку сахара и хорошенько все растираем. Дальше растворяем 1 чайную ложку лимонной кислоты в 50 мл чуть теплой питьевой воды. Теперь разрезы на помидорах наполняем подготовленной укропной массой. Плотно ее утрамбовываем, чтобы зелени поместилось в томаты как можно больше. Нафаршированные помидоры складываем в любую подходящую посуду. Поливаем их раствором лимонной кислоты. Закрываем пищевой пленкой или крышкой. И отправляем в холодильник не меньше, чем на 5 часов. Вот и все. Очень вкусные малосольные помидоры готовы. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.